Я и мой полицейский. В Кустанае стартовала республиканская акция, целью которой является повышение правовой грамотности среди несовершеннолетних, а также ознакомление детей с работой ювенальной полиции. О том, какие мероприятия подготовлены в рамках данной акции, узнали мои коллеги. Увлекательно и интересно. Именно такой обещает быть программа для школьников города, организованная в рамках акции «Я и мой полицейский». Она проводится с 11 по 15 апреля и призвана показать детям важность и многогранность работы защитников правопорядка. В рамках этой акции запланированы обширные мероприятия, такие как посещение кинологического центра, на территории которого мы сейчас находимся, где детям показывают работу служебных собак по задержанию преступников, по обнаружению запрещенных веществ. Также нами запланировано посещение детьми музея департамента полиции, показ служебных автомашин, обмундирование полиции, проведение спортивных мероприятий, на которых также, помимо всего прочего, детям будут показывать основы приемов самообороны. Первой остановкой для детей стал кинологический центр. Его сотрудники провели детям экскурсию и рассказали о тонкостях своей работы. Здесь ребятам показали, как тренируют собак, обучают и учатся понимать их. Мы проводим экскурсии и показываем направление, линии направления работ. То есть по отысканию взрывчатых веществ, наркотических веществ, по дрессировке и тренировке служебных собак на нашем дрессировочном полигоне. Ну и бытовые условия содержания, и также материалы, с которыми мы работаем. То есть это имитаторы запаховые, которые используются в тренировке, дрессировке и отработке специальных навыков у служебных собак. Сотрудники полиции уделяют особое внимание физической подготовке, поэтому следующей остановкой для детей стало посещение одного из спортивных клубов города, где ребята могли наблюдать за тренировкой юных бойцов. Организаторы уверены, что занятие различными видами спорта вызовет у детей и подростков положительные эмоции и воспитает в них ряд важных качеств. В рамках этой акции мы хотим повысить интерес детей к спорту. Это дисциплина, выносливость, трудолюбие, целеустремленность. Также вырабатывается у детей чувство патриотизма, так как они на соревнованиях поднимают флаг республики нашей, родины, на республиканских, международных соревнованиях, поют гимн на открытиях турнира. Текущий год был объявлен президентом страны годом детей. Поэтому, как говорят представители, развитие у детей духовно-нравственных качеств и является одним из главных приоритетов в воспитании будущего поколения. Алмажан Аманкельдинова, Олжас Исинжигитов, телеканал Костанай.